приехало много наших друзей. Они вместе с нами. Давайте их всех поприветствуем. Ура! Ура! Губернатор толкнул речь, исполняющий обязанности. Можно ехать. Это большой явный праздник для нашего города. Сухих дорог и быть здоровыми, чтобы все такими же оставались до конца этого сезона. Я хотел сказать вам огромное спасибо за то, что вы проявляете большое внимание к патриотическому и техническому воспитанию нашей молодежи. Это очень самое важное. Удачи, успеха вам в жизни и в спорте. Предлагаю подготовиться к старту.